Спасибо тебе. Я даже не знаю, как бы Женька сама выпуталась из этого. Да пустяки. Ну что, может, пообедаем вместе? Давай, Толян. О, нет. Я набегу, как обычно. Служба. Да. Можно тебе на минутку? Да. Слушай, ты ко мне когда-нибудь заедешь или это бессмысленно? Заеду, Толян, обязательно заеду. Скоро. Да. Или никогда. Ладно. Я поехал. Береги себя. Пока. Ну что? Что? Ну, может, мы наконец... Ну, выберем уже точку на карте, или так будем гулять по поселку в поисках, на мечтах о море? Давай ты сам решишь, куда ехать. Мне все равно, где на пляже лежать, лишь бы море было тепло. Уверен? Да. Не жалуйся. Не жалуйся. Ладно. Добрый день. Здрасте. Моя фамилия Виноградов. Роман. Сергей Карский. Очень приятно. Очень приятно. Это Евгения Велиновна Волкова. Просто Женя. Рад познакомиться. Я тоже. Нет, вы не пугайтесь, ничего не случилось. Просто я ваш новый сосед. Вот недавно купил вот этот домик. Кажется, он принадлежал какому-то депутату. Значит, Самсонова все-таки уехали, жаль. Ну, я надеюсь, вам тут понравится. Я тоже надеюсь. По этому поводу хочу вас пригласить к себе сегодня вечером. Давайте познакомимся поближе, пообщаемся. Скажите, я не мог вас нигде видеть раньше? Вас могли. Лицо очень... Я совсем недавно открыл новую галерею, и это радостное для меня событие было освещено практически всеми средствами массовой информации. А. Так что, если хотите, вечером можем пообщаться. На искусствоведческие темы. Честно говоря, ваше предложение несколько неожиданно. Нет, возражения не принимаются. Я вас жду к 6 часам. Соседи должны жить в мире и согласии. До вечера. 6 часов. Ну, а почему, собственно, нет? Проведем вечер в хорошей компании. Угу. Я боюсь показаться банальной. Мне нечего надеть. Тогда по магазинам. А вот это вам. Спасибо огромное. Спасибо. Очень тронут. Сейчас я вас познакомлю. Это очаровательная барышня. Моя жена. Алина. Виноградов, ты хоть мне и друг, но истинно дороже. Алина, в первую очередь, моя дочь. Илюш, на твое отцовство никто не посягает. Это мой партнер и по совместительству тесть Илья Сидорчук. Человек добрый и отзывчивый, когда не злой. Прошу любить и жаловать. То есть меня ты решил представить последним? Ну-ну. Реже, не обижайся, пожалуйста. Это мой лучший друг. Это мой самый лучший друг Регина Анатольевна Медовая. Прошу вас никогда не называть ее Медовая. Живете смертельного врага на всю оставшуюся жизнь. Ты же не наш. У меня пожизненная индульгенция. Эдик, перелей, пожалуйста, в декантер, пусть подышит. Огромное спасибо, я обожаю хорошее вино. Я надеюсь, никто не претендует на мою бутылку. Я всегда знал, что ты запредельный жмот. Илюша, я не жмот, я ценитель. Обрати внимание вот на этот столик, там много интересного для тебя. Сергей, я прошу прощения, на 2 слова буквально, можно? Женя, простите, а вы случайно не та самая женщина-патологоанатом, о которой я так много слышала? А, слышали от кого? От Ларисы. Mm. Я помогала Ромику покупать этот дом, и мы с Ларисой очень много болтали о вас. Mm. Она мне рассказала, что вы им с мужем очень сильно помогли в трудную минуту. Ну, ничего особенного я для них не сделала. А вы очень хорошо знаете господина Виноградова. Знаю. Женечка, я с ним, можно сказать, жизнь прожила. Он мне и друг, и ребенок, и любовник был когда-то. Вот как. Да. Да, но после его женитьбы мы завершили нашу любовную историю. Но это ничего не меняет. У нас с ним подкожное родство.
Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Думаю, да. Понимаю. Женечка, скажите, а вы можете мне рассказать о вашей профессии? А зачем вам это нужно? Скажу вам по секрету, с некоторых пор меня эта тема крайне волнует. И что вы хотите узнать? Мне интересно, как происходит вскрытие. И правда ли, что вы по телу можете определить все, что угодно? Как вы это узнаете? Как? Простите, а вы кто по профессии? Я искусствовед, художник-реставратор. А что? Вот вы когда смотрите на картину, она же вам рассказывает о себе? Да, иногда очень подробно. Ну, точно так же тело разговаривает со мной в процессе вскрытия. Разговаривает? Да. Интересно. Ваше здоровье? И ваше. Ну, и к тому же у нас с вами довольно много общего. Думаете? Уверен. Мы оба любим искусство и женщин в искусстве. Не уверен, что... Сергей, до меня дошли слухи, что у вас есть одна очень дорогая женщина. Вопрос в лоб. Можете мне ее уступить? Так. Что вы имеете в виду? А вы хитрец, Карский. Я имею в виду женщину мечту. Поверьте, сумма для вас будет весьма привлекательной. Папа, да хватит. Хватит. Вечеринка только началась, это уже в дым. Я в дым? Брось, дочка. Да дым мне еще половину надо выпить. Папа, ты же мне обещал. Не могу я трезвым глазом глядеть на этого престарелого фауна, который из моего друга перекрасился в моего зятя. Не могу. Эдуард! Водки! Я не требую от вас немедленного решения. Просто подумайте над моим предложением. Хорошо? Так сделайте мне его внятно. Друзья мои, у всех полные бокалы. Я хочу сказать тост. Эдик. Благодарю тебя. Ромик, я тебя умоляю, только не надо сейчас демонстрировать свои дегустационные способности. Мы знаем. Рэйджи, ты мне все равно не испортишь сегодня настроение. Не старайся. Друзья мои, я хочу поднять этот бокал за новый этап моей жизни. Я очень рад, что в этот момент со мной рядом мои добрые старые друзья и мои новые знакомые, которые со временем, я надеюсь, станут моими хорошими, добрыми друзьями. Ну, теперь я наконец-то могу выпить. Легко, Илюша. Можешь. За вас и за меня. Знакомство. Очень приятно. Ромик. А со мной? А с тобой за счастье и за любовь. Прекрасно. Друзья мои, давайте к столу. Я чер... Полицию вызывать? Зачем? Он мертв. Увозите тело. Давай, сворачиваемся здесь все. О, ну что делать с вами, Евгения Глебовна? Хотел вновь воспользоваться вашей помощью как судмедэксперта, но, увы, поскольку вы были в числе гостей, так что, сами понимаете, попадаете в список подозреваемых. Вам не нужна моя помощь. Я вам и без вскрытия могу сказать, что Виноградова отравили быстродействующим ядом. Каким именно? Ну, это вам экспертиза покажет. Я думаю, что яд добавили в бокал или в декантер. Простите, куда? Это такой стеклянный графин для декантации и подачи вина на стол. Я понял. А почему бы не добавить яд сразу в бутылку? Потому что бутылку принесли мы с Карски. А у нас уж точно не было смысла травить виноградом. Ну, слушай, я это учту. Но все-таки не смогу вас исключить из списка подозреваемых. Не обессудьте. Таковы наши правила. Прошу. Вы жена потерпевшего.
Да. Очень любезно проводите меня в дом, голубушка. Благодарю. Скажите, кто мог желать смерти вашему мужу? Что тут непонятного? Ясно же, соседи. Какие соседи? Парочка эта. Она, кажется, Женя, а его я... Я не помню, как его зовут. Просто больше никто не мог. Все остальные родные люди. Мы все очень любили Ромочку. Но никто не мог убить. Они, значит, могли. Я видела, как этот мужчина о чем-то разговаривал с Ромой. И у него при этом было такое странное лицо. А Женя, она стояла и как-то злобно наблюдала за ними. В конце концов, это они принесли вино, которым Рому отравили. Скажите, а в чью пользу составлено завещание вашего мужа? Какое завещание? Рома не составлял никакого завещания. Ему было всего 53 года, он даже не думал о смерти. Интересно, интересно. Ну, раз не было никакого завещания, стало быть, все имущество господина Виноградова отходит его законной супруге, вам. Уважаемая Алина, не так ли? Что? Что вы сейчас сказали? То есть вы меня подозреваете? Вы что, правда считаете, что я могла взять и просто так взять и убить собственного мужа? Господи, какой кошмар! Сегодня день независимости. День освобождения города Сидорчук? Нет. Семейство Сидорчук от тирана и деспота. Это значит, вы о винограде. Земля ему стекловатая. Сегодня я освободился, и девочка моя тоже освободилась. А может, это вы сами любезные помогли своей девочке освободиться? Да если б я мог это сделать, я бы давно это сделал. А я не мог. Кишка тонка. Вы хоть пробовали? Если убедились, что кишка тонкая. Нет. Не пробовал. Ты же видел, что с Алинкой творится. Она без него дышать не может. Не могла. Разве сделаешь такое горе собственному ребенку? Ну что ж, пожалуй, я вас понимаю. Скажите, ну кто ж, по-вашему, мог отравить Виноградова? Да ясно кто. Регина? Змея гремучая. Больше нее некому. Какие были отношения? Ну, у этой Регины с Виноградовым. Сложный. Регина баба умная, богатая. Она его, можно сказать, на помойке подобрала. Что-то не понимаю, объясните. Что-то непонятного-то. Она его всему научила, без нее он до сих пор бы шаржа в подворотне рисовал. Теперь на. Искусствовед. Он через ее деньги наверх ты пошел. Регина ему стартовый капитал
организовала, будь здоров. Да уж, любопытно, любопытно. Представляешь, и после всего такого взять и кинуть бабу. Она же старше Виноградова лет на 10, а его сволочь такую на свежачок потянула. Ай да Регенка, ай да молодец. Сергей, скажите, простите, а какие дела вас связывали с Виноградовым? Да никакие. Мы познакомились только сегодня днем. Непонятно, почему он тогда так рвался в этот поселок. Вообще, это сегодняшнее приглашение мне с самого начала показалось странным. Мы можем обсудить эту ситуацию поподробнее? Ну, не сейчас, попозже, конечно. Да, мне тоже было бы интересно понять, в чем тут дело. Госпожа Медовая, пройдите со мной. Медовая! С вашего позволения. Иду. Я так понимаю, из всего, что тут наговорили этот Петрушка Сидорчук и его невинно соблазненная дочь с мозгами бабочки, вы решили, что убийца — это я? А это не так? Нет, это не так. Поймите, если бы я решила убить Виноградова, я бы сделала это более элегантно. А здесь какая-то, извините, нелепая пародия на детективный роман. Ищите любителей дешевых эффектов. Я к ним не отношусь. А кто с вашей точки зрения относится? Не знаю. Я могу исключить только эту парочку соседей, которых Виноградов пригласил, видимо, для того, чтобы придать вечеринке местный колорит. Возможно, возможно, возможно. Не удивлюсь, что этот Петрушка Сидорчук наконец взбунтовался. Он всю жизнь Виноградову служил. Объедки за ним подбирал. Или его бабочка-дочь. Вы знаете, иногда куклы срываются с ниточек, чтобы наброситься на кукловода. Так бывает. Да. Регина... Анатольевна. 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 Регина Анатольевна, вы случайно не знаете, покойный не составлял завещание? Завещание? Я не знаю. А если никакого завещания не окажется, то, сами понимаете, Алиночка становится очень богатой вдовой. И это наводит на размышления. Наводит. Ну что ж, вы свободны. Да, Регина Анатольевна, да. По возможности не уезжайте из города. Я не собиралась. О, попугайчики-неразлучники. Ну что, и допрашивать вас вместе будем, да? Федор Михайлович. Вы понимаете, что этот допрос — это чистой воды проформа. Виноградова мы не знали, убивать его не собирались. Ну, собирались, не собирались, это мы еще выясним. Хотя отравлен товарищ был вашим лицом, уважаемый. Федор Михайлович, мне казалось, что с нашими счетами уже давно покончено. Я просто принес в подарок бутылку вина. Но я всегда так делаю. Ну, надо бы и мне вас в гости пригласить. Потом это вино перелили в декантер. Такая ёлка, чтобы вино раздышалось. Да, я помню. Потом оно где-то еще стояло. Вообще неизвестно, кто еще пил это вино. А вот вы спрашивали официанта? Если выяснится, что вино пил кто-то еще, это значит, что наша бутылка здесь совершенно ни при чем. А яд добавили в бокал. Спросим. Вот прям незамедлительно спросим. А можно присутствовать при этом разговоре? Вам да. А вы, господин Карский, уж простите, подождете нас здесь на воздухе. Вы еще наручники на меня наденьте.
Ой, надену, дорогой мой, если потребуется. Незамедлительно надену. Прошу. Прошу смелее, присаживайтесь. Рассказывайте все по порядку. Слушаем внимательно. Я, собственно, ничего не знаю. Так. Этот Виноградов 2 дня назад заказал у нас ужин. У нас-то у кого? Ресторан «Альбатрос», он всегда у нас все заказывает и ужинает регулярно. VIP-клиент. Давно вы у них работаете? 2 года. Точно не помню. Извините. Понятно. Понятно. Ну что же, прошу. Ну, хорошо, значит, был заказан ужин и... Ну, я получил адрес и автомобиль, приехал и накрыл. Вы запомнили кого-нибудь из гостей? Да, девушку. Спасибо. Ничего тут. В последнее время они с хозяином часто бывали у нас в ресторане. А вот остальных гостей в лицо не запомнил. Может быть, забыл. Просто, ну, клиентов много. Я понимаю, конечно. Итак, вы накрыли ужин. Собрались гости. Карский принес вино. Что вы сделали с вином? Я его перелил в декантер, так сказал хозяин. Потом он попросил налить его. Я налил и подал. Кто из гостей еще пил вино? Никто. Вы уверены? Абсолютно. Девушка пила сухое белое, дядечка простак налегал на водочку. А, ну вот, собственно, парочка соседей ходила с бокалами шампанского. Но, по-моему, даже вы не пили. Логично. Вот дама со следами былой красоты на лице. Она приговорила полбутылки коньяка, и ни в одном глазу. Мне бы так научиться пить. Как вы, юноша, интересно, всех аттестовали. Вы простите, но я больше ничего не знаю. Могу я идти домой? Мой рабочий день давно уже закончился, и я порядком устал. Устал. Свободен. Да, голубчик, я бы попросил вас не покидать пределов города. Вы, возможно, нам еще пригодитесь. Хорошо. Кстати, вас, Евгения Веленна, и господина Карского, это тоже касается. Если уже запланировали себе какую-то поездочку, увы, придется отменить. Это же какой-то бред, вы же не можете этого не понимать. Давайте-ка мы получим сначала результат экспертизы, а потом решим, что у нас бред, а что не бред. Не забывайте, что вино пил только один убиенный Виноградов. Мне это уже начинает надоедать. Стоит нам куда-нибудь собраться поехать, как обязательно что-нибудь случается. Ну, перестань. Ничего страшного лично с нами не случилось. Надо перестать возмущаться и скорее разгадать эту загадку. Ничего другого я от тебя не ожидал. Ну, это же логично. Чем быстрее мы отыщем убийцу, тем быстрее с нас снимут все подозрения, и мы сможем уехать, куда захотим. Мне кажется, уже мы когда-нибудь не поедем. Я так понимаю, ты вообще не ложился? Ой. Сереж, ну сколько можно повторять? Это очень вредно. Ты не представляешь себе, что я нашел. Про Виноградова? Ага. Рассказывай. Наш Виноградов... богатейший человек. У него 3 картинные галереи и сеть антикварных салонов по всей стране. Да, неплохо живут искусствоведы. Кроме того, он всю жизнь собирал предметы живописи и входит в 10 крупнейших коллекционеров. Ничего себе! Но самое главное не это. Я вспомнил, наконец, где я его видел раньше. Где? Помнишь, я тебе рассказывал, как следил за Ирэн? Да, перед тем, как она ограбила музей, помню. Смотри. Снова Ирэн. Приплыли.
Здравствуйте. Добрый день. Господин Карский, я весьма сожалею, но вынужден вас задержать по подозрению в убийстве господина Виноградова. Любезный. Сегодня обойдемся без этого. Вы получили результаты экспертизы? Так быстро? Бывают такие ситуации в жизни, Евгения Веленовна, когда ты сам торопишься. И других заставляешь торопиться. Поскольку вы пришли за Карским, я могу предположить, что яд был не только в бокале. Ну и в бутылке, которую принес господин Карский, вы совершенно правы. Поэтому задержание избежать не удастся. Ну, спасибо, Федор Михайлович. Спасибо, что нам хотя бы преступный сговор не предъявляете. Я вас такой еще никогда не видел. Карета на улице. Сережа, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Спасибо, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. Мне показалось, Женя, или у вас что-то произошло? Произошло. Карского задержали. Карского? Его-то за что? В бутылке с вином нашли яд. Какой-то бред. Я ему, конечно, очень сочувствую. Почему вы решили встретиться со мной, Женя? У меня нет никакого влияния на следственные органы. Из разговора на вечеринке я поняла, что Виноградов был для вас очень дорог. Я думаю, что вы и сами хотите узнать, кто убийца. Поэтому я предлагаю заключить временный союз. А почему вы решили меня исключить из числа подозреваемых, Женечка? У нас с вами взаимное алиби. Все то время, когда могли подмешать яд в вино, мы стояли рядом и разговаривали. У вас хорошая память. Скажите, вам что-нибудь говорит имя Ирен Полецкая? Полецкая? Угу. Да. Я не ошиблась в вас. Вы проницательны. Я знакома с этой особой. Но ничего конкретного вам сказать о ней я не могу. Ирен — это единственная страница в биографии Виноградова, которую он со мной никогда не обсуждал. А почему? Как вы думаете? Не знаю. Надеюсь, он стыдился. Единственное, что я могу сказать о Полецкой, это то, что Виноградов всегда с ней связывался, когда его действия выходили за рамки закона. Ну, Ирен, конечно, можно подозревать, но явные выгоды в смерти Виноградова у нее нет. Вряд ли он внес ее в свое завещание, если оно, конечно, было, это завещание. Было. И есть. Меня сегодня пригласили на оглашение. И скоро я буду обладать всей информацией. Ай, жалко, что меня туда не пустят, было бы интересно понаблюдать. Я Виноградов Роман Георгиевич, 1965 года рождения. Находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно настоящим завещанием, делаю следующее распоряжение. Определить моей жене, Алине Ильинишне Виноградовой, ежемесячное содержание в размере 300 тысяч рублей. Какое еще содержание? Моему заклятому другу Илье Владимировичу Сидорчуку я оставляю на память свое старое ружье, которое он так любил. Пусть ему будет из чего застрелиться. Накося! Выкурси! Извините, я продолжу. Все оставшееся движимое и недвижимое имущество я оставляю единственному человеку, который любил во мне меня. А именно Регине Анатольевне Медовой. Настоящее завещание составлено, подписано в двух экземплярах. Вот, пожалуйста. К завещанию прилагается письмо. Для вас, пожалуйста. Жил как коровье дерьмо и помер так же. Пап, что все это значит? Что это за завещание такое? Ничего, доченька, наплюй побольше. Какое бы ни было завещание, это всего лишь повод выпить. Это ты все устроила. Всю жизнь кровь из него пила, теперь еще и после смерти успокоиться не в состоянии! Змеюга! Чуть-чуть, пусть подавится. Владей, Регинка! Нахлебни. Сразу полегчало. Боже, Виноградов, ну ты учудил.
твоих бесконечных опозданиях мы уже не один раз говорили. На этот раз не обижайся, остаешься без премии. А вот. Добрый день. Здравствуйте. Вы одна или вас кто-то ждет? Я одна, я на минуточку, мне нужна ваша помощь. Что случилось? Я хочу поговорить с вашим официантом Эдуардом. Где мне можно найти? А зачем он вам? Я его знакомая. Не очень близко, но это не важно. В общем, я должна ему небольшую сумму денег. Да что вы говорите? Такая неприятность, знаете. Телефон утопила, там все контакты. И решили поискать его на рабочем месте? Да. Неубедительно. Простите. Врете вы, говорю, неубедительно. Если вы пришли сюда разнюхивать о смерти нашего клиента... Да нет, что, какого клиента? Повторяю, если вы по этому делу, предъявите удостоверение. Вы из полиции? Я ничего не понимаю, при чем тут полиция? Я не знаю ни про какое убийство. Я ищу своего приятеля. Если Эдик ваш приятель, то я балерина. На выход. Мне охрану позвать? Давайте только без рук, я сама пойду. Журналюк мне тут только не хватало. Подождите. Давайте отойдем в сторонку. Давайте. Скажите, вы Эдику много денег должны? 3000, а что? Я вам за половину расскажу все, что о нем знаю. Только вы в своей газете не пишите, что это я вам сказала. Хорошо. Держите. Что вы хотите о нем знать? А вы Эдика давно знаете? Да, я с прошлого года работаю, а он еще раньше пришел. Он хороший парень всегда был. А почему сказали «был»? Да потому что его в последнее время как-то подменили. Нервный какой-то стал. Я сразу поняла, влюбился. Да вы что? Целыми днями в телефоне сидит, что-то пишет, пишет кому-то. Ну, может быть, у него деловая переписка? Да, конечно, деловая. Ему позвонят, он телефон берет и наумит, чтобы его никто не слышал. А сам разговаривает и аж сияет весь. Как романтично. Сколько раз он из-за нее сменами менялся. Может, замужняя она или еще что-то. Позвонит ему неожиданно. Он скорее бежит, такси хватает и к ней. А кто она? Вы ее видели? Нет, никогда не видела. Но вот этот вот вчерашний заказ, где еще клиент умер. Откуда вы знаете, что он умер? Так из полиции же в ресторан звонили. Я неподалеку была. Видели бы вы, как он туда рвался. Он администратора умолял. Все чаевые ему обещал оставить. Интересно, а зачем ему это нужно? Ну, вы даете. Я так сразу поняла, ясное дело. Любовь его на том вечере должна быть. Да, это очень может быть. А адрес Эдика вы не знаете? Нет, не знаю. Телефон тоже не знаю. Так что все, я вроде вам сказала. Побегу, а то меня там хватится. А когда у Эдика следующая смена? Завтра. Ну что, Евгения Веленовна? Самостоятельное расследование зашло в тупик. Федор Михайлович, да. Ну почему вы так резко изменили свое отношение ко мне? Вы сами не догадываетесь. Почему? Уже догадываюсь, но я уж профессионал. Ну зачем смешивать личное и служебное? Вы меня этим очень огорчили. Простите. Пристыдили. Самому как-то неловко стало. Давайте еще раз попробуем. Добрый день, уважаемая Евгения Веленовна. Добрый день, Федор Михайлович. Прошу вас. Спасибо. Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Ну, рассказывайте, с чем пожаловали, голубушка. С информацией, Федор Михайлович, с информацией. Что вы? Вы, да и с информацией. Боже мой, как неожиданно. Опять начинаете? Шучу. Шучу. Ладно, выкладывайте, что у вас. А я вам принесла целое лукошко приинтереснейших сведений о нашем безвинном официанте Эдуарде. Вот фамилия, правда... Васильев. Редкая фамилия, я понимаю, очень трудно запомнить. Ну, выкладывайте. Ну, во-первых... Ручку. Да. Я понял, выезжаю. Поедемте со мной, по дороге все расскажете. Мы в любом случае проверим эту информацию. И если все подтвердится,
Будем брать нашего официанта. Думаете, он сдаст вам заказчика? Ну, это как спросить, а мы умеем. Здравия желаю. Вот вам и карусельки. Вот мы информацию проверили. И официанта спросили. И мы снова там же, где и были. Знаете, очень хочется вам напомнить, Федор Михайлович, что позавчера он был в ваших руках, но вы предпочли арестовать Карского. Ладно, не давите на больную мозоль, Евгения Веленовна. Хотя я считаю, что наши дела не так уж и плохи. Теперь мы знаем содержание завещания, наша главная подозреваемая — это Регина. А как же Карский? Вы же понимаете, что он ни в чем не виноват. Вы его отпустите? Когда выясним, кто нанял официанта. Ладно, ладно. Я что-нибудь придумаю с мерой пресечения. Спасибо. Ну что, ребятки, работа нашлась, да? Сережа, наконец-то тебя выпустили. Ну, выпустили, громко сказано. Новый поводок 90 метров. Ну, это же лучше, чем тюрьма. Можно я тебе задам дурацкий вопрос? Да, давай. Представь, что ты мужчина. Так, ну, допустим, представила. И к тебе подходит искусствовед, с которым ты едва знаком. И просит тебя уступить ему самую дорогую женщину. Так, и что? И все. Вот о чем бы ты в первую очередь подумала? Ты подумай пока. В душ схожу. Сереж, прости, пожалуйста, а тебя там в тюрьме по голове случайно не били? Я не понимаю, ну откуда такие сложности? Это же их работа. Обыкновенный ноутбук вскрыть не могут. Федор Михайлович, ну у этого Виноградова степени защиты стоят, как в Пентагоне. Ребята 2 дня мозги ломали, бесполезно. Кравцов, вы мне все следствие тормозите. Мне эта информация вот так нужна, понимаешь? Ну, тогда, значит, еще специалиста. Ну, правда, Федор Михайлович, ну, ребята все, что могли, сделали. Ну, никогда же не подводили. Ладно. Есть у меня один специалист. Обращаться, правда, к нему не хочется. Но, видимо, ничего не поделаешь. Почему ты мне сразу не рассказал об этом разговоре? Как тебе сказать? Я вообще в первый момент подумал, что он о тебе говорит. Обо мне? Ну. Странно. Я бы на твоем месте подумала, что он говорит об Ирен. Она тебе обошлась гораздо дороже, чем кто бы ты ни был. Ревнуешь, что ли? Кто я? Карский, ты такой наивный, прям до умиления. Покажи мне свою фотографию, хочу знать, каким ты был в детстве. Давай вернемся к Виноградову. Давай. Ну, давай рассуждать с точки зрения искусствоведа. Ну, вряд ли бы он говорил о какой-то живой женщине. Мне кажется, что он имел в виду статуэтку или какую-нибудь картину. Почему? Я подожди. Он мне предлагал за эту якобы женщину очень хорошо заплатить. Ну, только в чем же дело? Ну, в том, Женечка, что я должен признаться.
не будем открывать, а? Боишься, тебя пришли арестовывать теперь? Жуй. Здрасте. Что, господин Перфилев, решили проверить, не сбежал ли я из-под домашнего ареста? Карски, мне нужна ваша помощь. Готово! Ну, что вы нам интересного покажете? Сейчас я вам покажу, господин Перфилев. Вот, например, вот эту папку он открыл последний. Ну, неплохое фото. Что-то как-то не ожидал здесь себя обнаружить. Что здесь? Сейчас посмотрим. Ну что ж, любопытно. Может, рановато с вас, батенька, подозрения-то снимать, а? Ну, пошутил. Что у господина Виноградова в этой папке? Уже страшно открывать. Да, интересный человек этот Виноградов. Жалко, покойника допросить невозможно. Что он хотел сказать этой картиной, как вы думаете? Видимо, это и есть та самая женщина, которая мечтала заполучить Виноградов. А я вот что подумал, Сергей Леонидович. Может, вы решили еще один музей помочь ограбить, а? Ну, вы что, с ума сошли? Тогда зачем Виноградов собирал на вас досье? Ну, хорошо. Он пригласил вас в гости, потому что хотел познакомиться с соседями. Почему он позвал только вас? Вон вокруг сколько приличных людей проживает, а? Что вы на это скажете? Я вам скажу, что я тоже очень хотел бы это узнать. Но, как вы тонко заметили, у покойного не спросишь. Ладно. Не нравится мне все это. Позвольте, вещдок. Будем разбираться. А вас, любезный, я бы попросил... Строго соблюдать правила домашнего ареста. Я понял с первого раза. Мне не надо повторять. Ну, вот и чудесненько. Я вас провожу, Федор Михайлович. Боитесь, что я не уйду, а буду послушивать под окном. Не дождетесь. Тем не менее. Thank you.
каком подвале ты хранишь Петрова Водкина? И что там у тебя еще? Рембрандт? Ван Гог? Сальвадор Дали? Ну, мог бы хотя бы показать. Именно это и хотел сказать перед тем, как пришел Перфильев. Что у меня дома не то, что картин, даже репродукции нет. Я вообще равнодушен к живописи. В музей не хожу. Тогда почему Виноградов обратился с этой просьбой к тебе? Вот это я тоже хотел бы узнать. Рада, что Карский практически на свободе. Ни минуты не сомневалась, что он не имеет никакого отношения к смерти Ромика. Спасибо, приятно слышать. Однако говорят, что после оглашения завещания вы сами стали главной подозреваемой. Стала. Но меня это совершенно не волнует. Женя, у вас появились какие-то новые вопросы ко мне, вероятно. Вы же не просто так пришли, да? Да. Скажите, что вы знаете о картине Петрова-Водкина «Голова девочки»? Присаживайтесь. «Голова девочки». Последний год она была любимой женщиной искусствоведа Виноградова, если так можно сказать о картине. Он узнал, что у кого-то есть набросок, и задался целью заполучить его. Ну да, но я так и думала. Виноградов был одержим временами. Да, но понять это может только истинный коллекционер. А почему вы заинтересовались этой картиной? Видите ли, Виноградов почему-то решил, что этот набросок принадлежит Карскому. Но тот утверждает, что никогда не имел ничего подобного. Так вот оно что. Да, я теперь понимаю, почему Виноградов так рвался в этот поселок. Даже дом там купил. Интересно, кто над ним так жестоко подшутил? Знаете, у меня есть некоторые мысли на этот счет. В любом случае, это была не я. Мне вообще кажется, что Петров Водкин сильно переоценен. Но я не люблю спорить на эти темы. Женя, если у вас ко мне все, то я бы хотел завершить нашу встречу. Мне сильно разболелась голова. Да, конечно. Спасибо за помощь. До свидания. Всего доброго. Послушай. У вас с Виноградовым есть только одна общая знакомая. Такие сложные комбинации как раз в ее духе. Я имею в виду Ирэн. Ну, при чем здесь Ирэн? Понимаешь, что? Да при чем тут это? Просто если Виноградов и Ирэн встречались незадолго до ограбления, то можно предположить, что он является заказчиком. Тебе роман надо писать. Это очень спорно. Подожди, ну давай восстановим картину. Ирэн с Виноградовым хотят вывести Шагала за рубеж при помощи чемодана с двойным дном. Я имею в виду тебя. Потом они не сходятся в цене за эту услугу и разрешают его кинуть и оставить Шагала себе. Ну, картина-то оказалась поддельная. Да, и это значит, что Виноградов кинул ее раньше. Он отправил ее украсть подделку, уже имея на руках оригинал. Слушай. Правда, я не очень понимаю, зачем ему это было нужно. Слушай, ну да, там должен был незадолго до этого приехать один великий эксперт, который мог бы установить, что Шагал поддельный. Ну, допустим, у Виноградова, как у куратора музея, был доступ к картине. Так, и у него не было другого выхода, как организовать кражу. Значит, подозрения выпали на него. Ну и что? А почему здесь Ирэн? А то, что Ирэн была жестоко разочарована, когда поняла, что Шагал подделан. И это мотив, чтобы убить Виноградова, а заодно подставить себя. Слушай, авантюристка, да, но убить. А Муравьев прекрасный хирург, спасший сотни жизней. Чего ты все время про своего Муравьева, а? У него был мотив, дочь. Знаешь, для некоторых людей картина важнее, чем дети. Мне кажется, тебе надо серьезно поговорить с Ирэн.
Если она смогла один раз сбежать из-под домашнего ареста, то сможет и другой, если ты пригласишь ее в гости. Что, не будешь ревновать? Да я не буду вам мешать. Пойду в магазин. Жень! О-о-о! Что и требовалось доказать? Нас не объединила любовь, но нас объединила Фемида. Ну, в отличие от тебя, у меня нет Сан-Бернара, поэтому я попросил тебя приехать. Да? Даже Том не побоялся позвать. А вдруг я снова начну тебя соблазнять, а ты не сможешь мне отказать, Сереж, а? Все понятно. Но меня интересует сейчас другое. Скажи, зачем ты это сделала? Что? Зачем ты сказала Виноградову, что у меня есть набросок Петрова-Водкина? Ты же отлично знаешь, что ничего подобного у меня никогда не было. А я захотела сделать вам маленькую пакость. Представляю, какое у тебя было лицо, когда ты отнекивался. Только Виноградов все равно тебе не поверит. Он никому не верит. Он еще весь мозг тебе вынесет с этим рисунком. Ну, мотивы понятны. Ну, а теперь скажи, зачем ты его убила? Кого? Петрова-Водкина? Да нет, Виноградова. Зачем ты его убила? И подставила меня. Ты прекрасно знала, что я пойду на это мероприятие со своим коллекционным вином. Как всегда, точный расчет. Подожди. Подожди, скажи, что ты пошутил. Что такое? Что с тобой? Виноградов был единственным человеком, которого я когда-либо любила. Даже несмотря на то, что он меня так много раз обманывал. Господи. Господи, этого не может быть. Я даже на похороны не могу пойти из-за этого домашнего ареста. Тем более на кладбище будет безутешная вдова, очень обеспеченная вдова. Да нет. Все деньги Виноградов оставил не жене, а Регине. Прости, я не могу больше говорить. Мне нужно побыть одной. Я все обдумала и решила, что должна сказать вам правду. Дело в том, что я больна, у меня онкология, и жить мне осталось всего несколько месяцев. Регина, мне очень жаль. Жень, я вас прошу, вы только не надо этих дежурных фраз. Вы же умная женщина, тем более врач. Я вам сказала эту новость только для того, чтобы вы поняли мое решение. Да, извините, я вас слушаю. Разумеется, я сразу догадалась, кто убил Виноградова. Но я хочу поквитаться с убийцей сама. Но боюсь, что у меня просто не хватит для этого сил. Поэтому прошу вас мне помочь. Полиция работает очень медленно. Я просто не дождусь того момента, когда убийцу настигнет справедливая кара. То есть вы хотите, чтобы я нашла доказательства? Да. И вы сделаете это быстрее, чем полицейский. Вот ваш гонорар. Вы уверены? Это очень много. Когда вы узнаете то, о чем я хочу вам рассказать, вам покажется это мало. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите. Кто эта женщина? Это мать Алины. Там на обороте есть дата. Да, 90-й год. Это давненько. Я не буду вас утомлять подсчетами.
Но эта фотография сделана в тот промежуток времени, когда Алина была зачата. И никакого Сидорчука не было на горизонте. В то время у матери Алины был длительный роман с Виноградовым. Подождите. Да. Вы хотите сказать, что... Да, вы все правильно поняли. А Алина об этом знает? Едва ли. Но Петрушка Сидорчук знает совершенно точно. Я думаю, что Виноградов просто вынудил его согласиться с их свадьбой. Ромик был очень иногда своеобразным человеком. Ну, мне извините, конечно, но если это правда, то ваш Виноградов просто... Женя, неужели вы думаете, что Сидорчук так ненавидел Виноградова только потому, что тот стал его зятем? А почему Сидорчук так долго ждал? А вот это вам и предстоит выяснить. Чё, теперь я совершенно не знаю, как мне поступить, потому что, с одной стороны, я согласилась заняться расследованием и даже взяла деньги. Ну, а с другой? С другой мне просто выворачивать наизнанку от омерзения. Я хочу пойти к Перфилеву, всем рассказать, пускай он сам решает, как быть. Первый раз вижу в тебе желание переложить ответственность на кого-то другого. Но, по крайней мере, мы выяснили, что Ирен не убийца. Она просто хорошая актриса, в очередной раз тебя провела. Не, она была совершенно искренне в своем горе. Знаешь, мне даже было ее жалко. Слушай, а давай я пойду поговорю с Сидорчуком, а? Он же там все время ищет собутыльников. Выпьем водки, разговоримся. Подожди, куда ты пойдешь? Ты хочешь, чтобы приехал наряд и забрал тебя в СИЗО? Все не забываешь, я на привязи. Сама с ним прекрасно поговорю. Нужен сахар. Что вы можете сказать вот по этому поводу? А что вы хотите по этому поводу услышать? Да? Моей жены был когда-то роман с Виноградом. Ну и что? А какого числа родилась Алина? Вот вы про что. Признаюсь, я от вас даже не ожидал. Вы все-таки ответьте, пожалуйста. А я знаю, кто вам это фото подсунул. Регинка, змея гремущая, кроме нее некому. Зачем ей это нужно? Зачем? Хочет и тебя подозрение отвести. Вот зачем. Чушь это все, понятно? Чушь! Почему вы думаете, что это чушь? Ну, на слово все равно не поверите. А у меня доказательства есть. Да? Документ. Дома. Пойдемте? Пойдемте. И эта фотография же у вас была сделана на одной вечеринке, после которой Виноградов Машку и бросил. Она чуть на себя руки не наложила. А вы уже тогда были с ней знакомы? Конечно. Я давно ее любил. Только не надеялся. Знаете, возле Виноградова все бабы никого не видели. Угу. Хорошо, а что было дальше? Как мог, так и утешил. На море свозил. Выплакаться дал. Ну и все прочее. Машка тут же и забеременела. Ну тут я и уговорил ее за меня выйти. Клин клином? Знаете, Алина у нас семимесячной родилась. И тогда уже многие намекали, что она может быть дочерью Виноградова. А вы как думали? Чё тут думать-то? Чё тут думать? Алина моя дочь, понятно? И больше ничья. Машка рано умерла. Я ее один выходил, вырастил. Да чего вы там понимаете-то? Да как вы вообще согласились на этот брак? У меня не было другого выхода. У меня не было другого выхода. Но я тогда сделал.
анализ ДНК потихоньку от всех. И уж не знаю, чего я больше хотел. То ли доказать себе, что Алинка моя кровная, то ли заиметь причину запретить ей за него выходить замуж. Можно? Вот я алкоголик-алкоголик. А мозги-то еще не пропил. Вот, глядите. Алинка моя родная дочь. И все эти ваши намеки такие гадость. Извините. Видимо, я ошиблась. Если бы я хотел и мог убить Виноградова, я бы его не стал травить втихушку. Я бы его сразу привезел. Пристрелил бы. Из того ружья. Ведь недаром же он мне его завещал. Алло. Женя, помогите мне, пожалуйста. А что случилось? Алине очень плохо. Вы же врач. Хорошо, сейчас буду. Я скорую вызвала. Они все не едут, не едут. Ее тошнит уже несколько часов. Алина, что вы ели? Пирожное. Вы желудок промывали? Да. Да, только все равно рвет. Что делать? На отравление очень похоже. В больницу надо срочно ехать. Что они с ней делают столько времени, а? Илья Владимирович, не волнуйтесь. Врачи делают для Алины все возможное. Что? Что с Алиной? Ну, это не отравление, это токсикоз. Поздравляю. Скоро станете дедушкой. Кем я стану? Ваша дочь беременна. Срок 5 недель. Ну, тяжелый токсикоз такой бывает. Алине на некоторое время лучше остаться в клинике. Потом ее сможете навестить. Ее пока переведут в специализированное отделение. Вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Спасибо. Илья Владимирович, да что с вами? Вы что, не рады? А скоро будет внук или внучка. Этого не может быть. Почему может быть? Виноградов никогда не хотел иметь детей. Он их терпеть не мог. И вообще, 10 лет назад, когда одна барышня шантажировала ее пузом, он съездил за границу и сделал себе вазэктомию. Что? То есть Виноградов не мог иметь детей? Женечка, прошу вас, вы только не подумайте ничего такого. Не делайте, пожалуйста, никаких выводов. Хорошо, Илья Владимирович, успокойтесь. Да. Слушай, что ни день, то сюрприз. Какой к черту сюрприз? Что ни день, то мотив. Ну подожди, ну что ты хочешь сказать, что беременная девочка убила своего мужа? Нет, я хочу сказать, что это мог сделать отец ребенка, потому что Виноградов никак не мог им быть. А кто отец? Ну вот об этом я хочу спросить тебя. Нет, я хочу, чтобы ты покопался в ее переписке. Ну, можно. Я же знаю, что ты его убила, Виноградова. Я тебе даже благодарен. Не трогай Алину. Она беременна. Ах, водка. Беременна. Вовремя Виноградов умер. Не придется ему объяснять, откуда его бабочки ребеночек связался. И ты же знаешь, что Виноградов не мог иметь детей. Регина! Вот уж мотив так мотив. Ай-яй-яй. Я тебя попросил. Не остановишься сама, я тебя остановлю. Понятно? Пошел ты.
В общем, за последний год у Алины была только одна активная переписка. С кем это? Да, мы сами посмотрим. Некий Саша Савельев. Хороший мальчик, по совместительству одноклассник. Но, честно говоря, даже неудобно было читать. У них что, любовь? Это слово. Ну, это же просто замечательно. Надо поехать, посмотреть на него. Кофе? Спасибо. Ты пробил адрес? Да пробить-то пробил, только для кого-то их придется. А куда? Штат Калифорния, город Сан-Франциско. Ого, и давно он там обитает? Ну, почти месяц. То есть по срокам беременности он нам подходит, а как предполагаемый убийца, неужели Алина сама отравила своего мужа очень неприятного? Да. Тут еще про официанта не забывай. Если она отравила мужа, значит, она переехала официанта. Да, ты прав, это ключ. Кто официант переехал, тот и Виноградов заказал. Точно. Угу. Алина, как вы себя чувствуете? Что врачи говорят? Все хорошо. Спасибо, что привезли меня сюда и что папу поддержали. Он за меня так переживает. Ну что же вы плачете, если все хорошо? Ну, сейчас о ребеночке надо думать. Ну, не плачьте. Я стараюсь. Оно как-то само плачется. Я знаю, меня все дурочкой считают. Регина, она вообще-то бабочка безмозглая, это курица меня называет, а я не курица. Ну, конечно. Спасибо. Я знаю, что я теперь стала главной подозреваемой. Хорошо, хоть Саша в Америку уехал, а то бы его тоже подозревать стали. Алина, а вы действительно себя нормально чувствуете? Действительно. Вас удивляет, что я про Сашу вам рассказала. Так вы уже наверняка и так все знаете. Папа мне говорил, что от вас ничего не скроешь. Ну, если нет никаких секретов, давайте поговорим откровенно. А что тут говорить? Я знаю, как ужасно выглядит эта ситуация. Мужа убили, а у нее любовник. Только вы меня поймите. Я очень любила Рому. Я очень долго любила Рому. Еще с юности. Я всегда его слушалась. Никогда не спорила. Всегда поддерживала. Идеальная жена. Да. Я думала, так будет всегда до последнего дня. А потом вдруг что-то случилось. Я посмотрела на него и поняла, что я для него просто красивая игрушка, которую он то и дело пытается сломать и посмотреть, что же там внутри. Меня как будто это отрезвило. Я хотела совсем другого. Чего же вы хотели? Я хотела обычной семьи, детей. Я знала, что с Ромой это невозможно. Я не знала, как быть. А потом появился Саша. Я, честно, я пыталась все рассказать Роме, просто я не знала, как это сделать. Про ребенка я сама только сейчас узнала. Да, непростая ситуация. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, как доказать, что я не убивала Рому. Угу. А у вас машина есть? Да, но я не вожу, у меня даже прав нет. Рома всегда водителя нанимал. А почему? Я не могу. У меня диплопия. Это когда предметы внезапно раздваиваются, и поэтому вы сейчас по стакану промахнулись. Ох. Ну тогда вам нечего беспокоиться, ваша диплопия — это самое лучшее алиби. Я не понимаю.
потому что официанта убили машиной. Скажите, вы намеренно пустили нас по ложному следу? Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Хотите сказать, что вы действительно не знали правды? А какая разница, знала я правду или нет? Эти двое, Сидорчук и Алина, однозначно причастны к убийству. Всем было известно, что Виноградов не мог и не хотел иметь детей. И значит, беременность Алины произошла от какого-нибудь разносчика пиццы. Представляете реакцию Виноградова на это замечательное известие? Если, конечно, он бы дожил до этого великого мгновения. Чем вам это не мотив? Возьмите ваши деньги. С этой минуты нас не связывают никакие обязательства. Что вы мне хотите сказать этой эскападой? Я считаю вас главной подозреваемой. Однако вы не так умны, как мне казалось. Очень жаль. Здравствуйте. О, давненько не имел чести видеть вас, Евгения Веленовна. Да, Федор Михайлович, я тоже скучала. Нет, спасибо, Милена. Ну? Что-то призанятного раскопали за то время, пока скрывались от меня. Обменяемся информацией? С удовольствием. Так, мне совершенно стало ясно, что ни Алина, ни ее отец не убивали Виноградова. А госпожа Медовая намеренно наводила на них подозрения, чтобы отвести их от себя. Да, эта дамочка весьма и весьма подходит на роль тайного кукловода. А у вас есть какая-то информация? Более чем. Мы тоже без дела не сидели и осмотрели машину нашей главной подозреваемой. Обнаружили характерные следы, которые доказывают, что именно этот автомобиль сбил нашего несчастного официанта. А экспертиза? Экспертизу проведем незамедлительно, а сейчас я собираюсь арестовать госпожу Медовую, пока она нам новый сюрприз не подкинула. Тем более, что ордерочек я давно наготовил. Гражданка Медовая, откройте дверь, это полиция. Евгения Анатольевна, мы знаем, что вы дома. Немедленно открывайте, иначе мы будем вынуждены сломать дверь. Корцов, давай. Не успели. В данной ситуации такой поступок равен чистосердечному признанию. Жаль, что посмертно. Она еще жива! Скорую вызывайте! Не хочу вас расстраивать, но либо на самоубийце были перчатки, либо это не самоубийство. То есть вы не нашли на пистолете никаких отпечатков? Госпожа Медовая не была в перчатках. Да, не была. Значит, стреляла не Регина. Куда же делся убийца? В помещении никого постороннего не было. Все двери и окна закрыты изнутри. Может, он через каминную трубу вылетел, а? Ищите, парни, ищите! Все шкафы проверьте! Есть! Черт побери! Извините, Евгения Веленовна. Чего-ничего. Боже мой! А вот и конвертик. Его нотариус передал Регине Анатольевне в момент оглашения завещания. Так интересно. Может, посмотрим? Все непременно. Вот что? Какой-то шифр. Регина с Виноградовым переписывали шифром. Да уж, Виноградов был затейник. Любезный, Любезный, ты где? Сможешь расшифровать эту эпистолку? Боюсь, не получится. Я все-таки не криптограф. А, может быть, позвонить господину Карскому, учитывая его компьютерные способности? Разрешите? Я в юности увлекался. Ну, да. Федор Михайлович, компьютер здесь не поможет. Это один из тех старых шифров, которые создаются при помощи какой-нибудь книги. Вот, видите цифры? 7, 1, 8, 9. Ростов, дружочек, да ты мне открываешься. С новой стороны. И что это значит? Это значит, что буква зашифрована с 71 по 89 страницу. Следующая цифра
Это номер буквы, которую нужно высчитывать вручную. Ну и так далее. Как вообще можно вести переписку подобным образом? Расколоть такой шифр не проблема, если знаешь, по какой книге он создавался. Что ты говоришь? А чё ж они не переписывались еще пляшущими человечками, по примеру Конан Дойля? У кого-то есть предложение, что будем делать, коллеги? Искать книгу. Вы доброй души человек, Евгения Веленовна. Всегда можете дать хороший совет. Здесь работа на несколько дней. Не преувеличивайте, Федор Михайлович. Давайте, пожалуй, начнем. Вот. Вот с этих. Почему именно с этих? Обложка замусолена, значит, эти книги читали чаще, чем другие. А если в данном случае Виноградов взял новую книгу? Не каркайте. Проверяйте показатели каждый час и проконтролируйте прием всех лекарств. Где я? Как вы себя чувствуете? Мне срочно нужно позвонить. Кажется, я нашла. У меня сложилось первое слово. Реджи. Где последняя буква? Здесь шестая, с шестой. Здесь? Да. Пишите, я буду диктовать. Краткая. Краткая. Дальше. Все. Все. Ну вот расшифровали. Реджи, я мертв. Сожги все, что я любил. Это или мое, или ничье. Тебе поможет детство человечества. Жду наверху. Не опаздывай. Что это значит? Детство человечества. Детство человечества. Детством человечества называют Древнюю Грецию? И богиню охоты звали Артемида. Не будем торопиться, Евгения Веленовна. Могут быть сюрпризы. За мной, Кравцов. Заходите, господа, не бойтесь. Здесь совершенно безопасно. Ой,
Вот это поворот. А, вероятно, это все подлинники. А вот и наш дважды украденный Шагал. Позвольте ваши ручки, мадам Полецкая, теперь уже окончательно. Вы все равно ничего не докажете. Ну, почему же вы так думаете? На этот раз мы взялись подручными. Кравцов, уведи ее. Пройдемте. Да. Ну что ж, в моей карьере такая удача впервые. Сейчас одним ударом я смог раскрыть несколько самых громких ограблений последних лет. Я надеюсь, вам дадут за это почетную грамоту. Ну, здесь и внеочередным званием пахнет. А все благодаря вам, дорогая моя Евгения Веленовна. Знаете, если б не наличие этого занудного господина Карского, я бы незамедлительно сделал вам предложение руки и сердца. Через пару лет дослужился бы до генерала. У вас без меня все получится. Надеюсь. Да. Я понял. Ну что ж, госпожа Медовая пришла в себя, и нам разрешили с ней поговорить. Когда вы мне рассказали про рисунок Петрова-Водкина, я сразу поняла, что Виноградова убила Ирен. Ну, почему мне сразу об этом не сказала? Я сама хотела найти неоспоримые доказательства. Ну, чтобы она не смогла вывернуться. Она очень ловкая особа. Мы же могли вам помочь. Она убила бы и вас. Я побоялась и не стала подставлять вас под удар. И подставились сами. Я сегодня впервые утром после смерти Ромика села за руль. И сразу поняла, что на моей машине кто-то ездил. Потому что кресло там было отрегулировано не так, как я привыкла. И вмятину на капоте, да, увидели. Да. Я поняла, что Ирен взяла мою машину, чтобы убить официанта. И таким образом свалить всю вину на меня. Вы же сами решили, что убийца-то я, не так ли? Грешен, каюсь. Ну вот. Поэтому я решила заманить Ирен к себе. И добиться от нее признания. Зачем ты брала мою машину? Ну, странный вопрос, Редж. Кто-то должен был ответить за убийство мальчика, почему не ты? А почему же именно я? У тебя был самый серьезный мотив. Зачем ты убил Виноградова? Ой, дорогая, не все женщины такие, как ты. Не все прощают измены, предательства. За один благосклонный его взгляд. Ты же его из дерьма вытащила, помнишь? Человеком сделала, что он таскался со всеми. И со мной в том числе. А потом женился на этой кукле. Без мозгов. Прямо у тебя под носом, помнишь? Знаешь, меня никогда не волновали его смешные связи. А меня волновали. Хотя, конечно, не связи. Я же его каштаны из огня таскала. А что он? Кинул меня, как лохушку, с Шагалом. Я такого не прощаю. А как же официант? Эдичка. А Эдичку жалко. Влюбился, как мальчишка, хотя он и был мальчишкой. Ну, ты знаешь, за ночь со мной он не то чтобы Виноградова. Он родную маму бы отравил. Для тех, кто обманул доверившихся, девяток рукада. Я тебя очень прошу, только не умничай сейчас. Лучше признайся, насколько у меня был изящный, чертовски изящный план.
Карский приносит бутылку вина. Эдик капает яд. Виноградов, да, изображает, что он знаток в питье. Кстати, скажи спасибо, что ты вино не пьешь. Спасибо. Пожалуйста. Да. Надо было попросить Эдика еще этой женщине Молли капнуть яду. Поскромничала я зря. Сидел бы Карский сейчас в тюрьме, если бы не она, а я бы собиралась за границу. Вместе с Шагалом. Так ты хотела получить Шагала? Да? Почему хотела? Я и сейчас хочу. Я его получу. А ты мне в этом поможешь? А если я не захочу тебе помогать? А у тебя нет другого выхода. Я знаю, что здесь есть тайная комната. Открывай. Ирина, ты что, действительно можешь меня выстрелить? Хочешь рискнуть? Мертвая я тебе Шагала не отдам. А я не буду тебя убивать. Я прострелю тебе колено. И ты отдашь мне все, даже то, чего у тебя нет. Минут пуй. Ирина бы радостно кинулась в картину. Я бы сумела заблокировать эту дверь. И передала бы преступницу прямо вам в руки. С поличным и со всеми доказательствами. Или она бы просто вас убила, и вы бы уже ничего не смогли доказать. Неужели вы думаете, что Ирина оставила бы вас в живых после своих признаний? Ладно, звучит все это, конечно, очень занимательно, но совершенно бесполезно. За попытку убийства гражданка Полесская, конечно, будет отвечать. Все остальное, к сожалению, бездоказательно. А доказательства вам отдаст Фемида. Что вы хотите этим сказать, я не понимаю. Простите, я очень устал. Статуэтка в кабинете Виноградова. Там в рукоятке меча видеокамера. Ну вот. Теперь ты, наконец, свободен. Я надеюсь, что нам сейчас никто не позвонит, не помешает нам ехать к теплому морю. Не помешает заняться нашими собственными, а не чужими отношениями. Ну, может быть, это что-то важное. Самое важное сейчас — это мы с тобой.